Оставь нас. Тебе сюда нельзя. Пожалуйста, уходи. Комте! Комте! Что тебе здесь нужно? Золотые нити. Неужели? Золотые кудри Сив, жены Тора. Зачем Локи остриг ее? Кто знает. Но Тор был недоволен. Локи мудро решил искупить вину, добыть Сив новые кудри, лучше прежних, и отправился в Свартальфахейм. По просьбе Локи, сыны Ивальди сделали золотые волосы, что приросли к голове Сив и росли, как живые. Локи получил, что хотел, но, увидев искусство кузнецов Свартальфахейма, он захотел большего.
чёрта! Oh!
происходит?
Эй, сюда! Мне тут нужна помощь! Тут добыча! Медведь меня сожрет! Спаси меня! Напал на тебя. Знаешь, даже не представляю. Я стою себе, жарю грудинку, и тут эта тварь пытается меня обокрасть. Ты что, готовил здесь? Ну да. Теперь, правда, есть расхотелось. Вот же глупый медведь, а? Сомневаюсь, что в глупости стоит винить его. Впрочем, это лишь очередная строка в проклятой саге моей жизни. Да-да, на мне лежит проклятие. А все из-за кольца. От него одни беды. Думаешь, дело в кольце, а не в твоих неразумных поступках? Да, вот почему я решился избавить наш мир от этого проклятого кольца. Я уничтожу его. И будет просто замечательно, если ты пойдешь со мной. Тебе нужна охрана, чтобы выкинуть кольцо? Это не простое кольцо. Оно проклято йотунской ведьмой. Йотунской? Это уже интересно.
Я помогу, если по дороге ты мне все расскажешь. Твое кольцо. Проклятое! Да, конечно. Откуда оно у тебя? Забудь обо всем. Думай лишь о цели. Наш путь закончится на вершине этой горы. Вместе с моей сагой неудач. О, проклятый медведь. Я спасся от его когтей, но не утолил голод. Тебе же вроде расхотелось есть. Чепуха! Героям нужно плотно обедать. О, какое счастье! Грибы и такие яркие. Подожди, их нельзя есть. Они... Да ты, смотрю, дурак, как их поискать. Проклятое кольцо! Оно отравило грибы. Просто... Просто стой здесь и больше не ешь, что попало. Сейчас я поищу тебе еды. О, спасибо. Прошу, поторопись. Как живот болит. Если поешь, полегчает. Может быть. Хорошая мысль. У тебя есть еда? Медведь у меня все съел. На, съешь это. Оу. Но выбирать не приходится. Ну, ладно, нечего рассиживаться. Пойдем. Так что там с йотунской ведьмой? Это ее кольцо? Или она его прокляла? Не уверен. Она куда-то спешила. Я просто хотел задать ей пару вопросов. Йотунша, да еще и в одиночку. Что-то здесь нечисто. Ну, а имя ты ее узнал? Конечно. Хрюрекин, кажется. Хрюрекин? Она что, в Свартальфахейме? Кажись, звучало как Хрюрекин. Но неважно, она дала мне кольцо. Просто так. Сказала, оно принесет удачу. Но чтобы магия подействовала, нужно уйти подальше. Мы такой же трюк проворачивали с детьми. Действует безотказно. Нет, ты не понимаешь. Она дала мне не то кольцо. Это кольцо проклято. Мне постоянно не везет. Я так устал. Но скоро конец моим страданиям. Мы почти пришли. Пойдем, тут можно срезать путь. А! Что это? Крыш! Крыш отсюда! Огромный, как Йормунган! Себя не уничтожит. Все, путь свободен. Теперь можем идти дальше. Ну, можно было и землю разровнять. На и так сойдет. А теперь позволь мне рассказать о своей судьбе. Даже Гай в Улейсе по сравнению со мной самый счастливый дверг. Предлагаю помолчать, чтобы нас не услышали всякие опасные звери. Да, да, верная мысль. Нельзя навлечь беду словами, если молчишь. Какая мудрость. Наконец-то мы пришли. Мое спасение близко. Так поторопись же. Избавься от кольца. Проклятого кольца, попрошу. Сколько раз мне еще повторять? Пора бы прекратить. Проклятого кольца. Да, да, давай. Да, конец мукам.
Наконец-то свобода от бремени! Отлично понимаю. Прощай ты, гну... Какое невезение. Уходи отсюда. Рада встрече. Столько тружусь, что у меня уже мозоли. Нашлись самоцветы. Посмотрим, что я смогу найти. Рада тебя видеть. Что-нибудь нужно? Ну, прощай.
нужно уходить, пока можем. Она мертва? Нет, сбежала. Пойдем, я насиделся взаперти. Я был готов увидеть здесь любого из жителей Асгарда, но только не тебя. Что, разочарован? Я бы предпочел тебе обнаженную пышногрудую валькирию с озорной улыбкой. И с бочонком чего-нибудь покрепче. Вот это дело. Но, увидев тебя через портал Глода, я понял, что ты придешь со мной. Спасибо. За другом как не прийти? Мой тюремщик спасает меня из тюрьмы еще хуже, как поэтично. Дверги ничего не смыслят в поэзии. Небо синее, солнце жарко, а Хави по-прежнему сволочь. Красивые вышли стихи, скотина. Подстать твоей натуре. Итак, у меня к тебе дело. У Хави ко мне дело. Звучит грозно. Что ж... Дверги ничего не делают даром, ты же знаешь. Ты дышишь свежим воздухом или смрадом темниц с Глода? Ладно, ладно, глаз не таращи. Что нужно сделать? Тихо. Что? Крыса! Мразь! Дерись! Знай, я закончу то, что ты начнешь.
владыке Сурду! Thank you.
связался, зверь! Сделал своим сыном! Гнев суда зажжет всех!
Что ты сделал с моим сыном? Где суда сожжет всех? Похитил моего сына и лишился своего. Что ж, по делам. Хотел бы и я пнуть его хоть пару раз. Он чуть меня не сожрал. Дело сделано. Теперь турсы придут в смятение. Пока власть в руках Сурта нет. Расскажи мне о реликвиях. Что ты с ними сделал? Что там было в тайнике? А ты как думаешь? Глот меня пытал. Требовал пробудить реликвии и извлечь из них силу, чтобы Сурт ей воспользовался. А ты не мог? Да как ты смеешь? Конечно, мог. Но уж точно не для него. Глот был слишком глуп, чтобы понять, что я рассеивал магию, а не пытался сохранить. Узнав, что ты придешь, я развеял силу реликвий, и они превратились в пустышки. Мерзавец Сурт остался без оружия. Неразумно недооценивать такого врага. Но ты поступил недальновидно. Мне бы пригодилась эта магия. Что ж, если ты жаждешь силы... Я кое-что слышал, пока томился в заточении. Сурт над чем-то трудится, над чем-то маленьким, но очень мощным. И необычайно ценным. Настолько ценным, что с ним... С ним ты, кажется, сможешь чуть ли не уничтожить это место. Прекрасная весть. Придется поискать знаний в источниках более древних и тайных, чем даже я сам. Но сперва мне нужны приличные инструменты. Во-первых, молот. Не помешает и пару зубил. На севере Вангрина есть плотина. Здоровенная. Она почти вся замерзла. К югу от нее была мастерская. Может, она уцелела. Найди меня там, когда окончишь свои странствия. Я приду, как только смогу. Дал мне сил.
Рад видеть тебя. У тебя и... Мои? Один чем? Бери. Увидим. Нет тебя, боги, Эйвор.
Покупай смело, есть еще. Закупаешься с умом. Станешь сильнее, чем прежде. На этом